В магазине Сандра Валерия очередная новинка. Получили вот такие новые весенние лоферы. Это новая коллекция 24 года. Выполнены, как всегда, из натуральных материалов. В данном случае натуральная кожа в масляной обработке. Получили в двух расцветках. Вот такой шикарный рыжий цвет и вот такая черная классика база. Без лишнего каркаса абсолютно, только в мысовой части чуть-чуть. И в подпяточной части тоже он есть, чтобы пяточка не спадала. Так, по бокам везде никакого абсолютно каркаса нет. Кожа достаточно мягкая. Высота каблука 8 сантиметров. И обратите внимание, насколько красиво здесь оформлен каблук. То есть задняя часть каблука хорошо сочетается именно с верхом. То есть едино идет ножку, они не обрезают. А в изнутренней части идет вот такая металлическая вставка. Вот эта металлическая вставка, она идет прямо внутри каблука. То есть не бойтесь, вот эта металлическая вставка, она у вас не выпадет. По стоимости данные ботинки, они у нас 8400, размер наседка с 35 по 40. На мне 39 размер, это мой размер. По длине они мне сидят хорошо. Я обращаю ваше внимание, что у меня нога худая и бесподъемная. И обратите внимание, они на мне прям сели вот здесь вот достаточно хорошо, плотненько. Как раз за счет того, что вот этот есть и продольный шов. То есть у меня вот здесь, даже если была бы пустота больше, чем сейчас, то вот этот продольный шов, он очень хорошо как раз все это скрывает. Поэтому вот эти ботинки очень хорошо садятся на худенькую и на стандартную обычную ножку. Плюс еще, чем они мне импонирует, так это вот этим тюльпанчиком сверху. За счет этого тюльпанчика сюда хорошо заходит и высокий подъем, и узкая, и стандартная, и широкая щиколотка. Сзади они идут чуть повыше, спереди они идут короче. Как раз за счет вот этого дизайна у нас нет такого резкого перехода от ноги к ботинкам, и, соответственно, ножка в них не обрезается. Так они смотрятся здорово, что в рыжем цвете, что в черном цвете. Колодка очень хорошая, фирма Melanie, мы с этой фирмой работаем очень-очень давно. Показатели просто изумительные. Девочки, кто уже знает эту колодку, постоянно обращаются, покупают именно их. Еще раз скажу, по стоимости 8400.